автомобильный завод «Урал» появился в Миассе в годы Второй мировой войны и уже почти 70 лет занимает лидирующие позиции на рынке полноприводных грузовиков. В современных условиях жесткой конкуренции завод продолжает успешно работать и развиваться, чему способствует использование самых передовых технологий. С 2004 года на автомобильном заводе «Урал» осуществляется внедрение новой производственной системы, основанной на принципах бережливого производства. Основной целью бережливого производства является удовлетворение потребностей клиентов через максимальное качество, минимальные затраты, минимальное время исполнения заказа. На сегодняшний день уже внедрена и функционирует современная автоматизированная ERP-система управления производством BN6. При создании новых продуктов применяется система ворот качества, которая позволяет эффективно управлять процессами их планирования и разработки PPDS – Product Planning and Development System. Автомобильный завод «Урал» – первый среди производителей грузовиков автомобильной техники стран СНГ, привел систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001-2000 и ISO 9001-2008. Сегодня на предприятии успешно функционирует система контроля качества готовой продукции, аудит глазами потребителя. В ходе детального осмотра случайно выбираемого ежедневно автомобиля тщательно проверяются все его механизмы и системы. «Урал» заботится о своих потребителях и после продажи автомобиля. Во всех регионах России и стран СНГ функционирует не только дилерская сеть, но и фирменные сервисные центры, готовые в любой момент обеспечить необходимое техническое обслуживание. Автомобильный завод «Урал» выпускает грузовики нескольких направлений. Армейское семейство представлено самыми различными модификациями бронированной и небронированной техники. Машины гражданского семейства, как полноприводной, так и неполноприводной гаммы, широко используются при строительстве дорог, развитии ресурсодобывающей отрасли, в сельском хозяйстве и других областях. Спецтехника на базе автомобиля «Урал» насчитывает более 200 наименований. Самые последние разработки автомобильного завода «Урал» касаются не только технических характеристик грузовиков, но и внешнего облика. Сегодня широко используется новая кабина бескапотной компоновки. Она позволяет повысить плавность хода автомобиля и комфорта водителя, а также пассажиров за счет смещения центра масс кузова к центру масс шасси. Бескапотная кабина при помощи четырехточечной подвески с использованием пружинно-гидравлических амортизаторных стоек расположена над двигателем. Ее панорамное ветровое стекло улучшает обзорность водительского места и облегчает маневрирование в условиях ограниченного пространства. Сиденье водителя оснащено пневмоподвеской. Рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона. Электропневмоуправление раздаточной коробки позволяет снизить уровень шума и вибраций в кабине. Эта кабина применяется и в производстве принципиально нового большегрузного полноприводного автомобиля-самосвала «Урал-6370». Колесная формула 6х6, полная масса 33,5 тонны, грузоподъемность 20 тонн. Он оборудован комплектующими, соответствующими мировым стандартам качества и обладает повышенным эксплуатационным ресурсом. На «Урале 6370» установлен дизельный шестицилиндровый двигатель ЯМЗ-650 мощностью 412 лошадиных сил, который выпускается Ярославским моторным заводом «Автодизель» группы «ГАЗ» по лицензии «Рено Тракс».
Лучшими характеристиками обладает и механическая 16-ступенчатая коробка передач с синхронизаторами, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом, мост раба, фильтр грубой очистки топлива Pre-Line, модульная светотехника Hella с повышенной ударопрочностью, а также трехконтурная пневматическая тормозная система с ABS. Урал 6370 может выпускаться в различном исполнении. Сидельный тягач, трубоплитевоз, самосвал и шасси с удлиненной базой под спецнастройки. Конструктивные особенности машины предусматривают возможность установки системы автоматической подкачки шин. Еще одна новинка автомобильного завода «Урал» – двухосный автомобиль модели 32-552-30-11-59 с колесной формулой 4х4 и бескапотной кабиной. Эта машина с улучшенными потребительскими характеристиками и эксплуатационными свойствами создана на базе существующего агрегатного состава семейства «Урал». В процессе разработки в автомобиль внесено значительное число конструктивных улучшений. В первую очередь они коснулись кабины и агрегатов трансмиссии. Уральские грузовики широко используются почти на всех континентах. Особенно тесно в отношении экспорта завод сотрудничает со странами СНГ, Латинской Америки и Африки.